1943 год, 18 сентября, 5 часов вечера. В центре Владимира проходит похоронная процессия. По обеим сторонам центральной улицы стоят тысячи людей. Все они провожают в последний путь героя войны. По этому поводу на центральной площади города проходит митинг, где его сослуживцы и руководители общественных организаций призывают к мести и напряженному общественному труду во имя скорейшего разгрома фашистских захватчиков. Затем героя похоронят в самом сердце города, вот в этом сквере с памятником Ленину. Позже зазвучат призывы переименовать Владимир в честь этого танкиста. Но в итоге в 1951 году переименуют улицу. С тех пор она носит имя героя Советского Союза Дмитрия Дмитриевича Погодина. На тот момент улица находилась в совсем новом районе Владимира. Но сам Дмитрий Погодин родился в подмосковном Наро-Фоминске. В 1930-х его призвали в Красную армию. Дмитрий Погодин стал первым танкистом в истории, которому при жизни было присвоено звание Героя Советского Союза. За подвиги в Испании на стороне республиканских сил в тех сражениях его рота не раз помогала пехоте возвращать оставленные позиции. После этого Погодину пришлось повоевать еще немало. А с Владимиром он оказался навсегда связан после героической гибели под Харьковом 13 сентября 1943 года. Жизнь Дмитрия Погодина оборвалась, когда он уже в звании генерал-майора по-прежнему в танке наступал на врага. Дмитрий Погодин погиб на второй день после того, как он отметил свое 36-летие. На тот момент его семья жила в эвакуации во Владимире, поэтому легендарного танкиста у нас и похоронили в самом центре города. Сегодня немногие догадываются, но эти похороны сентября 43-го могли стать началом мемориального кладбища по образцу захоронений у мавзолея Ленина в Москве. Но все же, спустя 3 года, по просьбе вдовы героя Дмитрия Погодина перезахоронили на Князь Владимирском кладбище. Среди улиц Владимира, которая была названа в честь героя, и та, что находится в западной части города. Полвека назад это была окраина Владимира, где люди практически не жили. Активное строительство здесь началось в начале 60-х годов. Тогда же, более 50 лет назад, в 1964-м, эта улица была названа в честь Сергея Дмитриевича Василисина, уроженца города Владимира. Почти за 20 лет до похорон Дмитрия Погодина вот этой самой улицей чуть ли не каждый день проходил юный Сережа Василисин. Он, кстати, занимался плаванием, борьбой, выступал за городской футбольный клуб «Динамо». Сергей родился в бедной и многодетной семье. И так получилось, что в 15 лет он остался сиротой. И в этом здании бывшей мужской гимназии, в котором сегодня находится детская художественная школа, в советские годы размещался детский дом имени 8 марта. Именно здесь юный Сережа Василисин окончил 5 классов, после чего был отправлен на лесосклад учеником слесаря. В 1933 году осуществляется его заветная мечта. Сергей становится курсантом военного училища. Война не позволила ему поступить в военную академию. С началом Великой Отечественной он воевал на Карельском фронте, был политруком одного из полков. В июле 41-го фашистские войска активно продвигались к Мурманску. С целью отвлечения наступающего противника в его тыл готовился десант, в который была включена и рота Василисина. Поначалу операция шла успешно, плацдарм был взят, но его требовалось еще и удержать. И даже когда его ранила вражеская пуля, он продолжал сражаться. Только когда Сергей Василисин стал терять сознание, товарищи вынесли его с поля боя. Но как раз в этот момент рядом с ним разорвалась фашистская мина. Погибли и Сергей, и ребята, которые были с ними. Случилось это 2 августа 1941 года. Он похоронен в братской могиле не так далеко от Мурманска. А в 1942 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Он стал самым первым героем СССР из Владимира. Но у нас в городе имя героя носит не только улица. В 2008 году 31-й школе Владимира также было присвоено имя Василисина. Совпадение или нет, но ему было 31 год, когда он геройски погиб, защищая родину.
чуть больше лет было другому герою Советского Союза, который погиб во время боевого вылета. В 1946 году одна из улиц города Владимира в районе улицы Горького была названа в честь этого летчика, который пожертвовал своей жизнью, направив свой самолет на танковую колонну противника. Речь идет о Николае Гастелло. Николай Гастелло родился в Москве. В 1920-х годах его семья переехала в Муром, где Николай успел проработать слесарем. Великая Отечественная стала его третьей войной. Он участвовал в боях при Халхин-Голе против японцев, в советско-финской кампании. А защищать границы родины от фашистов Гастелло довелось только в первые 4 дня. Уже 26 июня его самолет был подбит. Экипаж из 3 человек под командованием Николая Гастелло совершил огненный таран. Самолет был направлен на танковую колонну противника. О подвиге Гастелло сразу стало известно всему советскому народу. Вместе с тем стоит сказать, что первый подобный таран в годы Великой Отечественной был совершен 22 июня 1941-го советским летчиком Кокаревым. Но это вовсе не умаляет подвиг Николая Гастелло, чьим именем во Владимире названа одна из улиц. А вот эта улица в советские годы называлась школьным проездом, но в 1964 году ее переименовали в честь другого летчика, который так же, как и Николай Гастелло, пожертвовал своей жизнью. Речь идет о Евгении Ивановиче Пичугине. Он погиб в марте 1942-го. Ему было всего 20 лет. Казалось бы, это особо ничем не примечательное здание не так далеко от центра Владимира на улице Урицкого. Сегодня в нем размещена транспортная компания. Но это лишь на первый взгляд. Как известно, Евгений Пичугин родился на Рязанской земле. Но затем его родители вместе с ним переехали во Владимир. В 1937 году он окончил 9 классов местной железнодорожной школы номер 4. Так вот, это образовательное учреждение в те годы размещалось прямо вот здесь. Получается, что будущий герой, чьим именем сегодня названа одна из улиц Владимира в районе проспекта Ленина, в 30-х годах вот по этой самой дороге чуть ли не каждый день ходил на занятия в школу, которая когда-то здесь и размещалась. Одновременно Евгений Пичугин обучался и в аэроклубе. Позже окончил военное авиаучилище. Свой первый вылет он совершил 22 июня 1941 года. Охранял Ярославль, участвовал в отражении налетов немецкой авиации на Москву. 19 марта 1942 Евгений Пичугин совершил подвиг, обессмертивший его имя. В тот день он в одиночку смог отогнать от Калинина группу вражеских бомбардировщиков. Возвращаясь на аэродром, он заметил фашистский самолет-разведчик и полетел на его перехват. Но боеприпасы к этому моменту у Евгения закончились. Тогда летчик настиг врага, винтом срубил ему хвост и фюзеляж. Разведчик рухнул на землю. Но при таране погиб и 20-летний Евгений Пичугин. Это был его 82-й боевой вылет. А вот эта небольшая улица между проспектом Строителей и улицей Лакина, которая затем переходит в улицу Мира, названа в честь другого летчика. Речь идет об Александре Белякове. Свой подвиг он совершил до войны. Беляков в составе экипажа, который возглавлял лучший летчик той эпохи Валерий Чкалов, совершил сверхдальний беспосадочный перелет по маршруту Москва-Камчатка-Остров Ут, ныне остров Чкалова в Сахалинском заливе. За него Александр Беляков и получил звезду Героя СССР, а также всесоюзную известность. Позже, в 1937 году, этот же экипаж совершил перелет из Москвы в американский город Портленд через Северный полюс. Это был первый беспосадочный перелет подобного рода. В годы войны Александр Беляков готовил пилотов, обучил больше 300 летных экипажей. После победы жил в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Сверхдальние перелеты совершали не только мужчины, но и женщины. В честь одной из них также названа улица города Владимира. Речь идет о Полине Осипенко. В конце 1930-х она приняла участие в перелете из Москвы на Дальний Восток. Но в ходе полета самолету пришлось совершить аварийную посадку. Однако, несмотря на это, женский экипаж установил рекорд по дальности перелета среди летчиц протяженностью почти 6 500 километров. Я ни на минуту не забываю, что я капитан Красной Армии, военный летчик. Летчик-истребитель,
который всегда должен быть готов подняться в воздух для защиты нашего мирного труда. Полина Осипенко, как и другие две летчицы, была удостоена звания Героя Советского Союза. На этом список владимирских улиц, названных в честь пилотов, не заканчивается. Среди них и улица Каманина. Свое номинование она носит с 1957 года. Николай Петрович Каманин известен тем, что стал вторым по счету Героем Советского Союза. Он родился в Меленках в многодетной семье сапожника. Но его отец рано умер. Забота о юном Коле и других шести детях взяла на себя мать. После окончания школы Николай поступил в Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС. Позже служил в строевых частях военно-воздушных сил. Он стал одним из самых первых героев Советского Союза. Само звание Героя СССР было учреждено 16 апреля 1934 года. Первыми наградили летчиков, которые спасли экипаж парохода «Челюскин». Среди них был и наш земляк. В 1934-м экипаж парохода «Челюскин» попытался пройти из Мурманска во Владивосток северным путем. Но в итоге он был затерт и раздавлен льдами. 104 члена экипажа оказались на льду. Для их спасения вначале хотели использовать ледоколы собачьей упряжки. Но наиболее эффективным средством спасения оказались самолеты. На одном из таких Николай Петрович совершил 9 рейсов и вывез из ледового плена 34 человека. Эти летчики-спасатели, в том числе и Николай Каманин, стали самыми первыми героями СССР. В годы Великой Отечественной войны Каманин командовал штурмовым авиационным корпусом. А позже, уже будучи в звании генерал-полковника авиации, он стал первым командиром отряда космонавтов СССР и занимался их подготовкой. Впрочем, среди улиц Владимира есть и такие, которые названы не только в честь тех, кто воевал на фронте, но и тех, кто спасал жизни в тылу. Речь идет об улицах хирургов Орлова и Контора. Первый известен тем, что по его инициативе во Владимире был открыт самый первый опорный пункт переливания крови. Благодаря его работе в годы войны были спасены тысячи жизней. А вот хирург Контор запомнился как легендарный врач. По слухам, он провел 10 тысяч различных операций, не считая мелких. Все-таки в 40-х годах в городе было развернуто 18 госпиталей, через которые прошло около 250 тысяч раненых. Это было примерно в 4 раза больше, чем тогда проживало людей во Владимире. Среди тех, кто внес свой вклад в победу не на фронте, был и Василий Алексеевич Дегтярев. Имея образование в 3 класса церковно-приходской школы, он получил степень доктора технических наук. Он станет вторым по счету героем социалистического труда после Сталина. Василий Алексеевич был 4-жды удостоен государственных премий и был награжден 3 орденами Ленина. Он родился в семье потомственных тульских оружейников, работал на Тульском оружейном заводе. Его изобретательская деятельность началась в 1916 году. Спустя 2 года он начнет работать на Ковровском пулеметном заводе. За 30 лет конструкторской деятельности Василий Дегтярев разработал более 40 моделей стрелкового оружия. За это ему и присвоили звание доктора наук. Также он станет, как я уже говорил, вторым по счету героем соцтруда после Сталина. В тяжелейшие дни 41 года он создал легендарное противотанковое ружье ПТРД. За его разработку Дегтярев был удостоен госпремии и медали за оборону Москвы. Умер Василий Алексеевич в Коврове в 49 году. В следующем, в 1950-м, одна из улиц Владимира была названа в честь выдающегося оружейного конструктора. Она находится севернее улицы Мира и расположена параллельно Рокадной дороге. Впрочем, сегодня память о подвиге советского народа жива не только в названиях улиц. Так, например, в юбилейном 2020 году Ростелеком расписал коммуникационные шкафы Владимира. В компании рассказывают, подобная акция была проведена впервые. Замысел вынашивался давно, но реализовать его решили в год 75-летия Победы Великой Отечественной, отметила пресс-секретарь компании во Владимирской и Ивановской областях. Давно была идея по поводу того, чтобы изменить немножко внешний облик этих серых скучных шкафов.
И в этот юбилейный для страны год мы решили, что логичным было бы нанести изображение именно победной символики на эти шкафы. Взяли в проект пока только 10 шкафов. А вот другую акцию под названием «Цветы Победы» компания «Ростелеком» провела в Центральном парке культуры и отдыха. Там высадили 40 кустов сирени. Посадку новых зеленых насаждений хотели приурочить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но из-за пандемии коронавируса акцию пришлось перенести. Жизнь носит коррективы, поэтому мы приурочили наши действия к 75-й годовщине парада на Красной площади. Мы старались сделать так, чтобы это было символично. Поэтому выбрали так называемые сорта из военной серии. В частности, вот с левой стороны от меня будет посажена сирень сорта летчик Гастелло, капитан Гастелло, а с правой стороны маршал Жуков. Головой старуха покачала, видно, это вовсе не из тех. «Хочешь жить, бойцу», она сказала. И боец ответил: «Больше всех. Я хочу помочь отчизне победить проклятого врага. Я хочу побольше сделать в жизни, потому что жизнь мне дорога. Над грядущим нашим ты не властна. Мы бессмертны, в этом я клянусь. От того, что жить хочу я страстно, я тебя нисколько не боюсь». Стало стыдно смерти всемогущей, ощутить бессилие свое. Но боец, едва-едва ползущий, стал владыкой для нее. Эти строчки военных лет принадлежат советскому поэту, выпускнику Владимирской гимназии Александру Безыменскому, чьим именем, кстати, во Владимире названа одна из улиц. В этом стихотворении смерть разговаривает с двумя бойцами Красной Армии. «Над грядущим нашим ты не властна, мы бессмертны, в этом я клянусь», говорит раненый боец Красной Армии в лицо смерти. Для него будущее связано не с собственной жизнью, а с жизнями тех, за кого он воюет и кого защищает. В этом, пожалуй, и состоит подвиг и бессмертие всех, кто победил в той войне. И сегодня имена многих героев Советского Союза увековечены не только в названиях улиц города Владимира, но и, например, здесь, на площади Победы, вот на этих барельефах. И, пожалуй, имена всех ветеранов служат напоминанием той великой цены, которую весь советский народ заплатил за мирное небо над нашими с вами головами. И спустя 75 лет Победы память о них жива. Никто не забыт, ничто не забыто.